Високосный 2016 начался весьма спокойно. За 10 праздничных дней полиция не зарегистрировала ни одного преступления из категории особо тяжких. Пока жители региона отдыхали, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в сбыте фальшивых денег. Поддельными 1000-рублевыми банкнотами злоумышленник расплачивался за продукты. Также в празднике сотрудники полиции изъяли из оборота крупную партию суррогатного алкоголя, почти 2000 литровых бутылок мартини и 500 бутылок виски. Однако отравлений граждан поддельным горячительным не зафиксировано. Как и в прошлые года, сотрудниками полиции пришлось разбираться в семейных конфликтах и выезжать на бытовые преступления, совершенные гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Также за время новогодних каникул в Иванове было совершено несколько уличных грабежей и краж из магазинов самообслуживания. Во всех случаях преступники были установлены полицейскими и задержаны. Вопреки опасениям на дорогах региона, ситуация в праздничные выходные также была относительно спокойной. Единственное серьезное ДТП произошло в субботу, 9 января. В Лежневском районе легковушка столкнулась с большегрузом. Женщина 82 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение грузовым автомобилем Volvo под управлением ивановца. В результате данного ДТП и водитель, женщина, и ее пассажир, то есть являлись они матерью и дочерью, обе они погибли в данном ДТП под грузовиком. Причину выезда на встречную полосу сейчас выясняют следователи. Рассматриваются две основные версии – обгон или неудовлетворительные дорожные условия. Иных фактов гибели участников дорожного движения за указанный период не было. Значит, остальное, оно, так скажем, не вызывало таких серьезных опасений. Ну, стоит еще обмолвиться, также достаточно много было ДТП с участием пешеходов. Причем как по вине пешеходов, так и по причине нарушения водителями правил дорожного движения. 9 ДТП произошли с участием несовершеннолетних детей, в которых 10 детей получили травмы различной степени тяжести. В областном центре дорожные полицейские работали в усиленном режиме, выявляя нетрезвых ездоков. Работы у инспекторов оказалось сравнительно немного. За эти дни сотрудниками отдельного батальона было выявлено 18 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Еще 13 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Поработать в празднике пришлось ивановским наркополицейским. За 10 дней 2016 года сотрудниками управления выявлено 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято почти 5 килограммов наркотиков. Наталья Гутарина, Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.